Дональд Трамп уволил директора ФБР. В Белом доме утверждают, что это решение не имеет политической подоплеки. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что увольнение Джеймса Коми связано с расследованием в отношении Хиллари Клинтон и ее рабочей переписки, которую она хранила на личном сервере. В ноябре прошлого года перед выборами президента Коми заявил, что ФБР вновь начнет проверку Клинтон. Соперница Трампа позже назвала это переломным моментом в предвыборной гонке. На прошлой неделе Коми давал показания в Сенате по поводу проверки Клинтон. И ФБР признала, что на слушаниях он предоставил неточную информацию. Через несколько часов Дональд Трамп обвинил Коми в неспособности эффективно руководить ФБР. Напомню, в конце марта Джеймс Коми объявил, что ФБР также ведет расследование о связях окружения самого Трампа с Москвой. Первый вопрос, на который предстоит ответить администрации – почему сейчас? Если у них были возражения касательно того, как Коми проводил расследование дела Клинтон, так они были еще при вступлении президента в должность. Но тогда его не уволили. Что же произошло сегодня? Может, это расследование подобралось слишком близко к президенту?